Доброе утро, друзья. Вон, Ализа, там Степка. Ты куда пойдешь? Мимо. Степка с Маней сидят. Мона Лиза к людям. Пошла прямо, трется к ногам. Не может без людей. Степа. Ты. Не. Нет, домой не идем. Гуляем. Мона Лиза. Пошла, погуляла. Я посмотрю. Нас ушат. Лёлик и Борик. Давайте. Чего же ты какая? А? Лёлик. Побольше, Болик поменьше. Похоже, не знаю, на двух каких-то ластоногих малышей. Эй, вам неделя уже жизни тут. Не, ну правда, друзья, уже похоже на нас ушат. Ой. Чик-чирик. Глазки. Ой. Глазки еще не совсем открыли. Ой, а этот? Звезды Ютуба. Главное, живы. Да, скажи. Звезды мы, скажи, звезды. Лёлик и Болик. Лёлик и Болик. Этот в полтора раза больше, а то и в два. Лёлик. Да? А Болик поменьше, да? Да, Болик поменьше. Пи-пи-пи. Мама, ты где? Мама уже. Иди сюда, смотри. Иди сюда, да. Смотри. Дети пищат, смотри. Дети-то беги. Что мяу? Ну? Дети пищат. Что? Что ты будешь делать? Вот отдельно их положили. Мона Лиза. А налей ей молочка. Сейчас пойдем мяско принесем тебе. Ну, она уже на их писк реагирует. Так же, как на мяв-мяв. Нет, куда? Не знаю, вышли бы они без мамки, без такой. Или не выжили бы. Ну, как хорошо, когда есть мама. Они более заметны. Вот котята рыжие, вот только-только стали глазки у него. Хоть мы и промываем ему глазки, мама вылизывает, но он только-только. Пик-пик-пик. Они уже. Чик-чирик. Чик-чирик. Зовет мамку чик-чирик, да? Мам, что делать будут? Будешь на сушата пищат? Вот что делать будешь? Пищат твои. Котята молчат, она сушата пищат. Ну, ты видишь, уже, Вать, она здесь уже находится дольше. Она не бежит уже. Сразу туда, да. Туда. Да, вот пошла, но уже не так, что прям. То есть она уже привыкает к тому, что есть дом. Цепляется. Цепляются так просто. Скажи, не отцепишь, у них когти очень цепкие. У нас ушат. У котята холёсие все. Ой.
Ангелина нет. Дымок. Ангелина теперь каждый день спрашивает. Там написали тучка. Тучка. Ага. Да. Тучка. Пушок. Тучка. Дымок или дымка. И персик. Персик. Тучка. Я тучка, тучка, тучка. Тучка, наверное, самый темный котенок. Ну, если девочка. Обнимается. Нет. Глазки эти-то уже открыли. Хорош. Молочка у мамы хватает. Ну, такие, как вот как веслоушка даже. Вот тут вот котенок, такое ощущение, как чуть-чуть. Как веслоушка. Ну, такие милые. Это. На сушатом неделе, котятам две недели. Хорошо, мама не первая, а сожавшая. И хорошо, что их четыре котенка, а не один. Потому что если бы один и два на сушенка, то у мамы непонятно было бы, как, а так много они ее, скажи, сосали. На сушатом проще после котят прицепиться к маминой груди. Лизет, лизет, лизет персик. Пушка, этот самый пушистый. Пушок или пушинка будет. На сушат спят. Ой, а персик такой. Лапочками. Какие все хорошие. Все детки хорошие. И животных, и человеческие. Мона Лиза. Покушала, всех посмотрела. Нам их оставила. Но мне больше всего, друзья, нравится то, что теперь она приходит сама. И вы видите, не сразу бежит. Есть шанс, что она останется. Что она все-таки поймет, что дома лучше. Единственное, у нас с туалетом, ну, прям никак. Но мы и так, и сяк, туда и земельки. Уже по-разному и прыскалка, и как хочешь. Нет. Рядом с туалетом и все. А у нас, друзья, два дня подряд уже приходим. Так, кстати, кружечки. Кому интересно, в интернет-магазине, да? Магнитики. Мы приходим, а у нас вот такие на столе подарки. Тут написано: Татьяна, здравствуйте. Пожалуйста, отдайте Сене и Джудит подарки. Спасибо. То есть это Сене и Джудит. Это, наверное, мед. Сегодня сейчас посмотрим. Мед. Спасибо, мед. И вот такой тоже Санкт-Петербург подарок. Сейчас посмотрим. Зефирчик. Пастила творожная. Так, это чаек, наверное, китайский. Пакетик красивый, спасибо. А вот это у нас такие шоколадочки какие-то. Такие тоже маленькие такие тортики. Какая-то еще тоже, наверное, пастила, мармелад. Так, одну руку снимаем, другой рукой тоже тортики. Ой, какие прянички такие там. Симпатяшные с котиком, питерские коты – это любовь.
Сейчас я, Валик, а помоги мне связать. Сажик наш пошел к котятам. Это тоже такие тотики. Ой, тигренок. Магнитик. Ну и чужих детей не бывает, Сажик, ты помнишь. Тебя также принесли. Крем для рук. Вот такие леденцы для Влада. Угу. Ой, ну вообще прянички такие. И она питерские коты. Мне девочки из Питера дарили. Тогда ручной работы лежит у меня. Ждет музея. Конфетки такие. Христос воскрес, как раз к праздничку. Спасибо большое. Вот такая иконная Казанская Божья Матери, да. Давай, это я заберу. А это что? Это мышь, наверное, какая-то. Это с Басиком играться. Так, и вот записочка. Таня, здравствуйте, примите небольшой подарочек. Поделитесь чем-нибудь на ваше усмотрение с сотрудниками парка. Чай для Олега Алексеевича, мед для мишек. Ага, это мед тоже. Это тоже этот же человек для мишек. Из остальное, как душа распределит. Куличи освещенные. Так, куличи не видела. Ты видел куличи? Что-то я куличиков не видела. Это, может, вот эти вот куличики, наверное, называются. Так, освещенные ваша тезка Татьяна из Санкт-Петербурга. А крем и персиковый пилинг. Так, пилинга тоже не вижу. И это для вас. Что там еще? Для вас. Спасибо, Танюша, огромное за ваши презентики. Вот, спасибо. Конечно, поделимся. Поделимся вкусняшками.